Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сейчас я нахожусь на тестовом сервере, и, ребят, сейчас мы пойдем с вами смотреть новую карту, да, наконец-то мы это дождались, вот так этот выглядит у нас в боях, зацените просто, а, как вам? Сколько, зацените, сколько вариантов зубы, вот видите, рейлы, это называется будет новая карта, как бы это, рельсы, да, зуба, рельсы, там будут рельсы по всей карте, в общем, сейчас увидите, в принципе, как это все выглядит, мы пойдем в соло-бои, здесь очень много сейчас режимов. Правда, вот как-то оно продублировалось. Не знаю даже, какой открыть. Давайте этот откроем, посмотрим, получится, не получится. В общем, погнали в бои. Посмотрим сейчас эту прекрасную, модную, красивую карту. Я прям вообще офигел. Наконец-то карту завезли. А вот, кстати, она, ребятки. Вот эта карта невероятная. Красивая, модная. Знаете, просто какая же она офигенная. Я сейчас взял кучу предметов. Мы сейчас быстренько заморозим время и все остальное. И начнем смотреть эту карту по-нормальному. Итак, ребятки, мы продолжаем. Я заморозил, так сказать... Время, зона не должна сейчас идти, будем сейчас просто бегать, смотреть карту. Итак, это у нас сейчас центр карты, здесь у нас, как видите, боты всякие разные бегают. Я отменил атаки, чтобы они не атаковали, но чтобы двигались было красивенько. Вот так это выглядит, арочки модные, красивые. Опять же, будет интересно посмотреть, кто через них может прыгать или нет. Потом, давайте смотреть, у нас получается, видите, здесь слева зона реки, да, вот вся она начинается с ледяной зоны. И идет вниз, вниз, вниз и так до конца. Кстати, эта версия немножко сейчас баганая, поэтому если что, будут баги, лаги, ну вы уж извиняйте, ничего с этим сделать не могу. Так, ну давайте смотреть, что тут еще. Тут какой-то вот... Что это? Что это и почему ты спиной развернут? Ладно, неважно, тут у нас слоники с шариком, да? Статуя стоит, здесь еще одна статуя. Я так понимаю, это одно и то же будет, одни и те же статуи, поэтому... Тут, в принципе, ничего такого. Давайте пойдем в правую часть, да, вот, видите, здесь как бы пещерная часть. Потом есть пустынная часть, и еще немножко леса, и ледяная часть какая-то самая маленькая. Давайте, в общем, заценим это все. Вот они, кстати, рельсы, которые... Блин, а что тут перепрыгнуть можно, не? Нельзя, к сожалению. Ну, в общем, смотрится, конечно, прикольно. Офигеть, я немножко, так сказать, доволен всем тем, что сейчас происходит. Я, кстати, сейчас давайте, наверное, поставлю нам бесконечное нажатие кнопок, чтобы мы могли быстро перемещаться по карте. Итак, все, короче, я поставил. Теперь мы можем вот так вот красивенько прыгать, правда, немножко подлагивать будет таким вот образом, но это не важно. Давайте заценим эту оставшуюся часть карты. Какая она тут модная, красивая. Ля, тут теперь кустов, короче, везде очень много. Заметьте, и вода почти на всей карте, да, и кусты. То есть теперь сандали садовый плюс ботинок — это важные предметы будут, оказывается. Заценьте, какая огромная. Просто не то, что прошлая карта. Просто это какая-то часть кустов, понимаете? Вот просто какая-то часть кустов. Зацените размер. Как прошлая пещера, да, вот. В старой карте зубы. Интересно, кстати, старую карту как-то будут переделывать, увеличивать или что-то. Потому что, ну реально, просто гляньте на эти размеры карты. Сколько по ней можно бегать времени, да, сколько лутаться, сколько ботов, опять же, пещерка, как всегда, да. В общем, дофига тут всего, и по сравнению с остальными штуками, прям, ну, с прошлой карты смотрится очень масштабненько, очень масштабненько. Еще как-то рельсы можно было бы взаимодействовать, было бы круто. Ну, кстати, по этой карте пока непонятно, здесь ли здесь движимые взаимодействия, я пока этого не наблюдаю, но выглядит красиво, и как бы кусты, ребятки, штука будет важная, поэтому ботиночек... Так сказать, будет априори у каждого персонажа. Я там снизу смотрел, не помню, вот. Вроде смотрел, да? Вроде смотрели. Ладно, погнали. Ну, практически перемещаемся, да, практически. Ладно, тогда не будем злоупотреблять этой штукой. Пойдем, наверное, по рельсах. У нас же рельсы тут есть. Перейдем на зону льда. Здесь, как видите, тоже кустов дофига. Ну, на выходе, по крайней мере, есть. Вау, вау, вот и сам поезд. Вот он, красивый, модный. Поломанный. Скорее всего, он движется, не? Будешь двигаться, если я бахну? Не бахается поезд. Давайте глянем, что у нас тут еще есть. Так, выход наружу и работает. Я хочу выйти погулять. Ну, кстати, да, было бы прикольно выйти погулять. Возможно, кстати, в конце видео, ребятки, я вам смогу показать всю карту в облете. То есть, ну, это не точно, я еще не тестил эту возможность. Но, возможно, она будет. Да, такие вот дела, поэтому можете подождать до конца видео, посмотреть всю карту. И потом, возможно, даже залетим за пределы, да? Возможно. Так, давайте смотреть. Ну, зона какая-то, да, ну, такая себе. Но на ней, опять же, везде кусты есть, очень много пересечений с водой. Поэтому сандали сато, опять же, ботинок теперь на этой карте будут... Блин, как же... Ладно, не буду больше этого делать. Это теперь, в общем, важные штуки в вашей сборке. Почти на каждом персонаже на этой карте. Конечно, это немножко напрягает, но... Все равно можно как бы и ботинком обходиться одним, да? Как обычно, как не лагает. Ладно. Так, давайте смотреть дальше. У нас тут какие-то домики модные. Ничего себе здоровенный домик с крабиками, дали? Ну, здесь, кстати, вот хороший большой дом. В прошлой карте... У нас, в принципе, тоже были такие домики по размерам. Может, даже чуть меньше. Это процентов на 10, наверное, больше, на 20. Идем дальше смотреть. О, бунгало, смотрите какой. Ох, я там заферомонил. Так, давайте посмотрим мостики. Тоже мостики — это важная штука, их надо просматривать, потому что... Ну,
по ним нужно будет перемещаться, опять же, моменты с водой, возможно, здесь будут выходы всякие. Ну, опять же, карта не факт, что доделанная прям до конца, но я надеюсь, ее скоро уже выпустят. Что ты такое? Что это? А ну, через него летит что-то? Не, не летит. Блин, капец какой, конечно, странный, странный непонятно что. Домик, да. Смотрим теперь кустики. Угу. Нормальная скамеечка, так, сейчас посидим, залезем, да? Это как бы зрители приходят смотреть, как вы деретесь в боях. Тут еще один такой здоровенный дом, это у нас получается выход направо. Так, давайте его тоже глянем. Кстати, на 4 выхода этот домик, нужно запоминать. Фонтанчик, оно простреливается. По идее должен, да, простреливается, отлично. Ладно, идем дальше. Какая-то большая, кстати, вот же зона с этим. Как его забыл? С кустами, с саванной, да? Лодочки модные. Ну, кстати, лодочки шевелятся. О, лодочки шевелятся. То есть, это вот, знаете, сделаны, наверное, заранее шаблонные объекты, которые будут шевелиться. Скорее всего, картинка шевелится. Нет, картинка еще не шевелится. Но, может, в будущем будет. Потому что такие вроде у нас обычно картинки шевелились. Ну-ка, давайте глянем еще, что у нас тут есть. Ну, блин, сандали святого, капец. Чисто карта для Никса, понимаете? Вот. Не для кого, а другого, а для Никса. Вот он, кстати, вход в зоопарк. На рельсах, кстати, зацените. Тут, правда, не показано. Там, короче, когда был загрузочный экран, там были рельсы обломанные. И вот они как бы есть. Как бы, ну, получается, зрители заезжали в зоопарк, еще один на поезд. И ездили тут, смотрели на животных, которые дерутся через... Ну, на поезде, короче. В общем, дичь полная. Ох уж разрабы. Наверное, насмотрится этих саванских... Ну, знаете, как сафари, да? Там же тоже... Получается, люди ездят на машинах, на, возможно, каких-нибудь других видах транспорта и смотрят на животных, которые, ну, в саванне там что-то делают, там охотятся, те же львы, да, и все такое, причем вблизи. Да. Иногда это, конечно, опасно, но не будем. Ну, в общем, вот, всякие станции здесь стоят, и как бы это вся карта, ребят. Сейчас я попробую замутить нам облет на эту всю карту, возможно, получится посмотреть, что у нее за пределами, так сказать. Заглянем туда, куда не вступала нога обычного игрока. Ну и заценим. Так, ребятки, не получилось у меня, к сожалению, показать вам карту через облет, потому что она имеет немножко другие функции, сейчас вам их покажу, в принципе. Ну и вот такие функции эта камера имеет, как вы заметили, я могу просто двигаться, да, а как бы... Ну, камера не статичная, находится на одном месте, ничего не делает. Такие вот дела, к сожалению, не получилось нам пооблетать всю карту. Я бы очень хотел, на самом деле, сделать, но, к сожалению, вот такие дела. Такая вот карта, модная и красивая. Скоро она, я думаю, будет добавлена к нам в игру. А это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. В следующих видео увидите нового персонажа и новый предмет. Такие вот дела. Не болейте, не скучайте, всем пока-пока.